В нашем небольшом городе достаточно много промтоварных и продуктовых торговых точек. В большинстве все они облагорожены и благоустроены. Но находятся такие, чей внешний вид не выдерживает никакой критики. Особенно эти неухоженные места видны после того, как сошел первый снег и оголились места фасадов, стен, ступенек, которые требуют ремонта. В Десногорске с 9 апреля проходит ежегодный месячник по очистке города. Практически все предприятия и организации подключились к уборке территории. Руководители администрации пригласили предпринимателей, чтобы напомнить им, что правила благоустройства обязательны для всех. Правила благоустройства у нас утверждены, они не менялись, мы не постарались учесть все, в принципе, и поэтому при хорошем отношении они должны соблюдаться всеми, и администрацией, и собственниками многоквартирных домов, и собственниками торговых объектов. Специалисты Комитета по городскому хозяйству провели обследование ряда торговых точек и подготовили небольшую презентацию, чтобы наглядно продемонстрировать как положительные примеры отношения предпринимателей к внешнему виду своих предприятий, так и объекты торговли, которые не соответствуют правилам благоустройства. К сожалению, на встречу пришли немного предпринимателей, но с теми, кто откликнулся, получилась очень деловая и конструктивная беседа. Все присутствующие прекрасно понимают, что Десногорск – наш общий дом, и только совместными усилиями можно сделать его чистым и красивым.